Бессменный ведущий клуба веселых и находчивых Александр Масляков не так давно сообщил, что из-за очередного заражения коронавирусной инфекцией не станет выходить на сцену в родном зале. Заслуженный деятель искусств России не пропустил до недавнего момента ни одну игру из-за высшей лиги. Напомню, на середину февраля запланированы съемки одного из выпусков финала КВН, на который ведущий длительное время искал для себя замену. В ходе видеообращения Александр Васильев уточнил, что выпуск клуба веселых и находчивых проведут известные люди, не чужие игре. Однако на тот момент Масляков не стал уточнять, кто конкретно выйдет ему на замену. После этого пошли слухи, что проект на какое-то время возглавит Иван Ургант. Однако, как оказалось, выбор руководства Первого канала пал на другую кандидатуру, не менее известную. Российский актер и сценарист Денис Косяков заявил, что Маслякова заменит Дмитрий Нагиев, который уже довольно давно выступает в качестве члена жюри в клубе веселых и находчивых, а также ведет наиболее рейтинговое шоу. Секрет раскрыт. Я знаю, кто теперь будет вести КВН, как минимум восьмушки. А дальше будет видно, обратился Косяков к своим поклонникам. Съемки игры проведутся 7 февраля. Хотя до этого Денис предполагал, что оптимальной кандидатурой для новой игры клуба веселых и находчивых станет Гарик Мартиросян. Тем не менее, такую версию исключили. Вспомню конфликт Маслякова с организаторами телепроекта «Игра», над которым работает бывший резидент Comedy Club. Друзья, подпишитесь, пожалуйста, на наш канал, нажмите на колокольчик. В таком случае вы не пропустите ни один наш выпуск. Мы с вами не прощаемся, лишь говорим вам до скорых встреч, друзья, в наших новых выпусках.